На этой неделе для горожан подготовлена насыщенная культурная программа. Подробнее о мероприятиях прямо сейчас. 12 октября во Дворце культуры имени Ленина состоится встреча с фольклорным ансамблем «Вересень». В 12:00 детская музыкальная школа ждет юных горожан и их родителей на концерт «Мир сказки» по мотивам пьесы Мусоргского «Картинки с выставки». 13 октября приглашают междуреченцев на КВН в ДК «Распадский». В 6 часов в Центральной городской библиотеке первая игра осеннего сезона интеллектуального клуба «60 секунд». 14 октября в Краеведческом музее состоится Покровская ярмарка. До 15 октября в фойе детской художественной школы работает выставка «Вместе ярче». 15 октября Дворец культуры имени Ленина организует День семейного отдыха. В детской библиотеке в рамках работы клуба «Мой кроха» состоится встреча с логопедом в 11 часов.